have ways of blowing things up. Здорово, ребятушки! С вами Оладушки, это Кена, проводник духов, и тут нужно было немножечко подзаморочиться. Я думаю, такой, сейчас начну серию, а потом, стоп, а куда мне начал бегать? Кстати, нашел еще одну перемещалку лишнюю, собрал еще всякого мусора. Я подхожу такой, думаю, ну вот же, чтобы эту дверь открыть, нужно сюда выстрелить и сюда. Но оно не работает. Подвох в том, что есть еще вот чертов вот этот камень. И он первый. Сначала надо сюда, потом сюда, потом сюда. И только потом дверь открывается. Это очень глупо. То, что, ну, это даже не загадка. Это сказал бы там загадка сложная или простая. Это даже не загадка. Но я почему-то на этом минут 5 потерял, наверное. Ой, блин, какой бред. Забытый лес. Супер. Никто не знает истинного возраста этих храмов. Народ, построивших, давно забыт, но плоты его труда остались, и они присматривали за лесом, словно древние стражи. Дух Тара осквернил храмы и запечатал воды в дерево хранителя. Я ощущаю здесь присутствие Тара. Я отметил храмы на своей карте. Спасибо, Руси. Я примусь за очищение храмов. То есть мы, типа, зачищаем, да? Вот эта штучка, она открылась автоматически или нет? Потому что я заметил, у меня вот, вот это вот дерево Тара. Ох, ё, их 5 штук. Там не было перемещалки. И мне пришлось, вернуть. Ну, пока я там бегал, думаю, а что, тут ближе нету, что ли? И оказалось, что да, есть ближе, я просто провтыкал. Или я не провтыкал, может, меня в катсцене как-то провели, я не заметил, не знаю. Хотя, скорее всего, я провтыкал. Есть. Лесу мы вернули. А, так, оп. Ясно, понятно. Вход, естественно, был замешан на луки. То есть нужно было стрелять, это и так, и ежу понятно. А что у нас тут? А что так до черта темно? Не видно же вообще ничего. Елки, пойдемте. Я же вроде подкручивал яркость, а вот вообще ни черта не видно. Пойдемте по всяким закоулочкам лазить, потому что это будет интересно. По закоулочкам лазить. О, здрасте. Я так, конечно, не сделаю, да? И эти все на меня тоже сейчас нападут. Ну давайте, ребят, поехали. Я хоть вспомню, как драться. Опа! Э! Идем, идем, иди сюда, иди сюда. Ах ты, тварина! Нет, ну это нечестно, если что. Что за насекомыш? Оп, не попал. Нормальный у тебя хитбокс, чувак. Так, хорошо, я тебя... Понь! Надо прямо в него кувыркаться. Мне предлагают, кстати, стрелять по вот этим... Ясно? Ничем мне не предлагают. Предлагают стрелять по вот этим штукам, у него там на руках, на ногах... Пардоньте. Два раза тебе. Да ну хорош, но я же в увороте был. Все, от большого говна избавились, погоди.
Ну, а дальше? Мне ж не полечиться, ничего не даю, да? Да? Я могу навлечь на них этих маленьких звездючков, чтобы они отвлекали, но мне, в принципе, норм. Все, мы поговорили, не? А, вон там еще. Ты ж, тут еще один большой. Да ну я же нажал у ворот. Ты нормальный. Хилочку. Спасибо. Хилочку мне до этого не давали. Да, да что у тебя с замахом-то, дружище? Я ушел. Ну ушел же! Да иди ты в задницу! Ну блин, серьезно, я нажимаю у ворот, и он не срабатывает в тот момент, когда он мне нужен. Или же наоборот, он берет такой, затягивает удар и все. Оба! Так, ладно. Уходи! Два раза. Уходим. Один раз. Следующий удар два раза был. Да ну... Да хорош! Ты дурак, что ли? Все, успокоились, нормально. Она меня не полностью вылечила еще, вообще хорошо. На тебе в репу. Так, заряжаемся. Да прыгай! Прыгай! Да ну ёлки, ну нажимай уже, прыгай! Фух, поехали. Оно, я же говорю, оно все какое-то несложное. Если бы управление было более четким, было бы прям зашибись. Потому что оно очень часто ты берешь, нажимаешь и... А, тут еще одна хилка была, кстати, если что. Да, пока что, ну, чисто из-за нечеткости управления... Получается не совсем четко. А, хорошо, ладно. Не будем жаловаться. Пока что. Эти ручьи берут начало из тающих снегов вокруг горного храма. Эти воды священны. Круто. А мне что с этого? Ну, это я один из храмов распечатал, да? Ну, ту фигнюшку бы распечатать, кстати. Что там до сих пор осталось скверно? Это скверно. Сюда можно передвигаться. Вот это можно разбить. Ну хорошо, да, я мог в бою это все вот прыгать по цветочкам. Нет, это все было запечатано, по-моему. Паркур. Хорошо, куда нам дальше? Нам дальше туда. Туда. Понял. Оп.
выпрыгни, пожалуйста. Ты выпрыгнуть не хочешь? Была моя ошибка, да? Так. Б. А зачем мне эти камушки? Ну хорошо, но у меня есть идея. А что если мы их... Нет, я думал, если мы их сюда положим. Но нет, тут есть эти два камушка, но... А, погодите, сюда! Я понял. Таш, блин, какой же неудобно тут все, чтоб тебе... отпусти. Дай мне второй. Кто придумал, блин, перемещение на R? Кто, блин, придумал перемещение на R? Покажите мне этого человека. Хорошо, отпустите. Но оно как-то явно тут что-то это, а... Отпустить. А, погоди. А, вон туда их пол... Что-то вообще тогда глупо, ну ладно. И чё? А что при этом? А, вот что происходит, понял. Мне их надо как-то ближе? Или вообще вот сюда? Ну-ка. Погодите. Тогда это, возможно, имеет какое-то значение. А тут вылазит с этой стороны. Ну и что, давайте я там сейчас нажму, посмотрим, как оно... Тут есть еще какая-то фигня, кстати. А, это же я еще не активировал. Какой-то новый. Так, там закрыто, тут закрыто. Этот чертов водный храм. Хватит, хватит, она так прям. Так. Но там оно почему-то не горит, кстати. Не-не-не, погодите, не сюда. Вы же его там не положили, вы его туда просто принесли и все, да? Ну-ка, а если вы... Если мы его тут положим? Это глупо, офигеть, просто как вот то, что я сейчас делаю. Брось. Он тут не загорается, загорается только там. Хорошо. А, может ко мне просто не два, может их больше. Давайте посмотрим. Что-то я сосредоточил, что почему-то ко мне два. Но их же может быть... Давайте посмотрим еще тут. Так, вы принесли, отпустите. Отлично. Что тут находится? Сюда вообще забраться можно. Зачем? Ну, пройти типа дальше, да, но... Это я просто ухожу от этого места, а мне, по идее, не надо от него уходить. А куда я приду?
погодите, это... Это же... А, это я к следующему храму приду. Ну хорошо, пойдемте. Так. А ты что хочешь? Пожар выжег ствол дерева хранителя, но оно все еще живо. Его корни уходят глубоко в землю, соединяются с деревьями храма. Хорошо. Чистить храмы и дверь откроется, я тебя понял. Вот один храм очищен, там одна штучка горит, да? Вот нам еще три надо. Три каких-то совы. О. Это же явно имеет какое-то значение, оно светится. Погоди, давай мы ближе подойдем и через маску глянем. Это что-то важное. Ну тут ничего такого не срабатывает, ладно. Тут еще одна перемещалочка у нас. Перемещалок много, это, конечно, удобно, все дела, ничего не скажешь, но... Хорошо, очисти все храмы. Тут только сползти можно, да, это я уже понял. Так, ребят... Фрукт увернулся. Блин, на каждой по отдельности надо нажимать. Ребят, ну они же вот лежат. Вы можете их как бы просто брать и хавать? Денежки 3000. Нормально. Ом. Я соберу. Иди сюда, дружище. Будешь еще... Еще с нами ходить. 22. Отлично. Фас. Серьезно, с ними надо... Как с собачками. Фас, пошел, открыл, принеси. Нет. А, как раз то и потухло, хорошо. Проклятый сундук. О, кстати, можно поучаствовать в проклятом сундуке, я не против. Оп. Оп. Ну вот тут же они сами срывают и сами кушают. У них все нормально с этим. Почему там не приходится их по отдельности направлять? Ну давайте. 5 врагов. Блин, там бугай, да? Да ну я же... Фишка в том, что... Опа! Я же нажимаю... У ворот! Один раз, в следующий раз... Два. Нет, не два. А, это еще и на время было? Тогда не, спасибо, ребят. Не хочу. Я думал, мне дают просто с ними справиться, а это все еще и... На время... Так, это я зажег. Отлично. И чё? А это тоже на время или где? Два. Три. Четыре. А сколько у вас таких? А, мне нужно правильно... Мне нужно правильную последовательность отгадать. Сейчас посмотрим. Так, во-первых, тут мы собираем. Ребят, фас. А там что? Несколько старых изношенных вершей. Простая, но действенная конструкция. И а, это воспоминание какое-то. Давай посмотрим. Итак.
Тут он рыбу ловил с братанами своими. Ясно. Спасибо. Так мы нашли воспоминания. Хорошо. Ладно. Смотрим, сколько у нас. 1, 2... Я 4 нашел, да? Пока что. Вот этих факелов. Давайте сейчас посмотрим, если на этой стороне еще что-то... Ох, блин, тут прям красиво. Я хочу просто убедиться, что с этой стороны у нас ничего нету. Хорошо, выходит. Давайте смотреть. Зажигаем эту. Она горит? Горит. Нам на время или не на время? Если мы зажжем эту... Обе горят. Да, это, видимо, просто на время было. Бе-бе-бе-бе-бе! Какие лазеры, вы чё? До свидания. Еще раз? Что-то не понимаю в этой жизни. Я стреляю по этим штукам. Появляются две моли, которых я тоже убиваю. Но они постоянно респаунятся. Зачем мне это? Ладно, пока что тоже не уловил, как это происходит. Пойдемте дальше. Какие-то, ну не знаю, как на мой взгляд, какие-то глупости. Ну то есть ты находишь какую-то логику, но при этом тебе такие... А, не, чувак, тут как-то по-другому работает. Иди разберись. Так, ладно. Четвертое это... Нам вообще сюда? А, сюда мы вообще не пройти пока что. А зачем нам тут хилка? Я же не в бою. Сегодня что-то какие-то мутные загадки. Прям... Вроде все логично, но... Тропа ведет к фонарной пещере. В ней должна быть реликвия, но нам потребуется огромная сила, чтобы пробиться внутрь. Понятно. То есть нам пока не светит. Хорошо. Туда наверх. Это храм нас. Вон там у нас четвертый храм находится, да? А как туда попасть? А пойдемте посмотрим. Вон я вижу место, куда можно. Полезем, глянем. Я не против. И куда тут можно? Можно как-нибудь денежку получить немножко. А, вон. То мне надо. Это лифт сюда.
Да, на это нам пофиг. То есть каким-то образом надо попасть дальше. Ой, это я возьму, кстати, этого я не видел. Фас. Хорошо. Смотрим, как забраться. Если что, это выглядит примерно как башни из Far Cry, только хуже. Может, заберемся, не? Спасибо. Ну, то есть, я не знаю, что мне тут нужно сделать, чтобы... Эти фрукты можно подшибать. Я потом когда-нибудь до них доберусь. Ну, отсюда... По зелени... А, вон, вижу. Тьфу ты, блин. Честно, идиотизм. Так, а зачем мне сюда? Вроде как и не надо. Ну ладно. Спрыгни. А сюда мне зачем? Погоди. Это что, тупо место полюбоваться? Да вряд ли. Хотя так-то кто его знает, что тут может быть. Поехали дальше. Какие-то звуки. А, вот, кстати, и фрукты, иди. Хавай. Хорошо, мы оказались выше. Это место просто, чтобы назад прилететь, я понял. Все, дошло. Лифт. Я его тоже отправил слишком рано. Ну, хорошо. Кнопки две. Очень удобно. Поехали. То есть, про удобство с кнопками вы подумали? Про удобство, как туда добраться, вы не подумали? Ладно, хорошо. Я, кстати, почти на вершине. Ну хорошо, но это всего лишь один из храмов, которые... Там еще и драка будет. Я тебя понял. И как? А, она сдохла тупо. Ну прыгни ты выше. Что такое бред? Я целюсь вообще-то. О, можно и так сделать. Я ему ничего не сделаю, я понял. Да хорош! Нет, ну вы дебилы что ли? Ну он же... Ой, блин, вот это бесит. Вот сейчас прям реально бесит. Это же глупо. Я стреляю в чувака, меня к нему телепортируют, потому что это одинаковая механика стрельбы и телепортации. Да лезь уже, инвалид. Ну хорош! Нормально? Валим.
Видел упыря наверху. Да ну я отошел от него на 300 километров. А, я могу еще, я мелкие цели могу просто сбивать этими... Все. Отвратительное место. Битва такое. Ну хорошо, второй храм освобожден. Есть. Их не надо активировать, ничего. А, говорят, что храмы олицетворяют хранителей леса. С такой высоты легко вообразить, что они присматриваются на, за этими землями. Ну, может быть и да. Короче, не знаю, вот сейчас геймплейная составляющая мне стала нравиться, к сожалению, поменьше. То есть первое время было прям хорошо. А сейчас чувствуется... Не знаю. Не то, что... Блин, я не могу сказать. Не то, чтобы начало прям подбешивать, но... Некоторые вещи ощущаются... И чё? А, это вниз. Хорошо, я тебя понял. Зачем? Тут что-то есть. Семечку притащить. Но семечку притащить я не могу, потому что... Надо вернуться, посмотреть. Может, там кристалл был недалеко. Я его просто не заметил. Жрите, ребята. Какая тебе разница, блин, я кнопку ударю или... Ну, ладно. Хорошо. Дайте семечку. Тут есть фонтанчик под семечку. Дайте семечку. Нет! Глюпый, глюпый девочка. Ладно. Просто падает с этой высоты и все, и пофиг. Где семечко сюда? Вот что мне интересно. То есть тут же есть... Видите? И отсюда можно взять вот эту вот соплю и потом пойти вниз и... пооткрывать там кучу всего. Погодите, мне кажется, это более, более важно, чем, чем оно кажется. Поехали, пожалуйста. Ну что, видите, здесь вот эта штука есть, которую надо раскидать. Но это даже не самое важное. Самое важное, что у нас еще два храма, которые непонятно как решаются. Черт. Так, а ты кто? Что-то упустил? Вроде нет. Ты уп... Как так? Нет, ну просто как так-то? Ну... Нормально. Вот так не убилось. Все, хорошо. Валим отсюда. Тут можно спуститься вроде как. Да, это то самое место, где можно было... Вот это вот поднимите. Будьте добры. А куда это? Вы мне предлагаете? Сейчас, понял. Я думал, они просто подымут, а они хотят куда-то отнести. Ну, они хотят... Я хочу... В их лице. А куда это можно отнести? Погодите. Чтобы поблизости. С
Спасибо за сохранение, да. Ну, давайте сюда, что ли. А там посмотрим. Так, два храма мы с вами уже раскидали. Вы несете или где? По-моему, это не туда куда-то. Брось сову. Погоди, нам надо найти будет место, куда ее отнести. А, все, я понял. Понял. Р. Одну... О, она даже сюда примагничивается. Это одна из трех сов, да? То есть мне еще две таких нужно найти. По крайней мере, до этого доперли. Хорошо. Но это что-то бонусное. Вон, вторая. И ее нужно... Вот сюда. Фига ли вы ее бросили? Ай... Значит, сначала сюда. А потом сюда. Работайте, рабы. Где-то, значит, должна валяться третья неподалеку. Раз, ну, раз они тут есть, значит... Все три можно сюда доставить. Посмотрим. Там дальше пойдем гулять. Я сейчас просто случайно на вторую наткнулся. Значит, третья валяется где-то тоже неподалеку. Посмотрим. А, вот и третья. Сначала сюда несите. Вряд ли мне это что-то откроет. Я думаю, что это просто бонус какой-то. Скорее. Давай. Супер. Зупа. Олень. Доступна новая шляпа. Да нафиг мне шляпа! Ты решаешь головоломки, думаешь, как бы так, чтобы вот пройти это. Они такие, вот тебе шляпа. Спасибо. Ладно. Те два храма мы сделали, они, в принципе, ну не особо-то тяжелые были. А не сдохни. Спасибо. С этим-то что делать? Давайте смотреть. Чёртовы кристаллы, да? Чёртовы. Нужны как-то вот эти камни запитки. Ну, допустим, если мы их несем. Если мы их несем сюда, здесь это выглядит как места, куда что-то можно отнести. Положи. И вот сюда тоже. Видите, они сюда как прилетают, они загораются. Хорошо, положи. Пока что все выглядит очень логично. У них мощности не хватает или что? Есть еще этот кристалл, есть те кристаллы. То есть там, например, хотя бы какая-то механика срабатывает, где у нас загораются 4 факела и срабатывает то, что выезжает вот этот чертов улей с двумя... А здесь как это происходит? Я даже логики не пойму. Возможно, да, это глупо, но
Я не знаю. Хорошо. Возьмите-ка. Сюда его нельзя. Вообще через воду его перетащить нельзя. То есть тягать их можно только... Таш, чтоб тебя, неси сюда. Попробуем зажечь их по очереди, да? Ну-ка. Брось. Энергия срабатывает, но... Мне получается нужно, чтобы второй тоже был активирован. Это какой-то бред сейчас происходит, серьезно. Явно, что эти не подпитаны. Подпитка идет через вот эти вот две, грубо говоря, розетки, которые здесь есть. То есть, когда приезжает, кристалл на них приезжает, он начинает светиться. Но когда при этом стреляешь в него, тоже ничего не происходит. Видите? То есть вот бросьте. Видите, они оба светятся. И этот, и этот. Применить тлен. Может больше... Погоди, больше энергии на луке? Нет, это тоже не работает. И тут тоже нет. Может, погодите. Иди ты просто в задницу, знаешь что? Нужно было просто волну послать. Просто чертову волну послать. А чем тебе... Ой. Вот так бесит. Народ, извините, пожалуйста, кто сейчас вот сидел там, фейспалмом себя убивал. Но это просто реально бесит. Ну а как так-то? Почему это, а не это? Это же одинаковые действия. Я просто в задницу. Храмы построены в местах, наполненных могуществом. Их камни уходят глубоко, питаются потоками подземной энергии. Это все, конечно, здорово. Но! А зачем мне здесь... капли, что я буду разбивать? Ну, допустим, но он же мне здесь вроде сейчас не нужен. Такие разлетелись, как куски хлама просто. Ладно. Че, есть шанс тогда, что мы четвертое разгадаем? Это просто работает как-то, честно, отвратительно. Ой, с этим ничего не сделаешь. Ну, то есть загадка не такая, что логическая, а такая, ну вот, разрабы захотели так сделать, вот они так сделали. Ну, вот ты не попал в их волну рассуждения. Ну, все, сам протупил. Хорошо. Чего вы от меня хотите здесь? Там наверху я был. По вот этому всему я ползал. Оно здесь ни при чем. Чего вы от меня хотите здесь? Раз. Два. Три. Четыре. Может, какой-то... Да-да-да, расскажи мне об этом. И видите, как бы нифига не происходит. А если другой алгоритм? Ну-ка. Раз. Два. Три. Четыре.
Происходит то же самое. Мне зачем-то дают две вот этого вот, два вот этого вот говна, и потом все обратно возвращается. Зачем они мне? Вот в чем вопрос. А, может мне, кстати... Не, в другую сторону, да? Погодите, ребят. Я тут только что обнаружил еще кое-что, еще смешнее даже, да, то есть, чем то, что у нас было, а, что вот этот дракон пленный, он не переносится через воду. Или вот тут вроде не вода. Да пройди ты. Вот сюда можно сходить с ним, да? И зачем мне это? Тут можно поднять сюда. Не знаю пока что, в чем прикол. Отпустите. Зацепись, пожалуйста. Я сюда и так допрыгивал, в общем-то. Значит, не сюда, значит, куда-то в другое место. И сохранение. Нет, я тут уже был. Мне определенно не... Ну, как бы сюда, но не сейчас. Мне нужно как-то тут чертов последний храм раскурочить, и тогда меня пропустят. Зачем мне тогда этот кубик? То есть я сюда пошел... Зачем мне может понадобиться этот кубик? И куда я могу его притащить, чтобы не очень далеко было? Потому что далеко было бы глупо, согласитесь. Вот сюда? Хорошо, давайте сюда. Ну, то есть тут есть какая-то кнопка, есть какой-то определенный кубик. Я не против. Давайте затащим. Тащите. Ну, я пока что больше не вижу какого-то логичного применения. Посмотрим, как это все будет. На самом деле, так по-хорошему заканчивать уже пора. Посмотрим. Давайте втащим кубик. Наверное, после этого сохранимся и продолжим уже в следующий раз, потому что, ну, все, бросьте, пожалуйста. Пока еще не знаю, что оно мне даст, а мне что-то даст. Потом с этим что-то можно будет куда-то. В смысле ухватиться? А, вот что. Хорошо, оставьте пока что кубик. Все, ребятушки, давайте тогда на этом моменте будем заканчивать. В следующей серии уже пойдем разбираться с тем последним храмом. Ну его нафиг, он, не знаю, глупые такие головоломки. Они не хитрые, они какие-то прям бомбит от них. Спасибо, что были с нами. Всем удачи, добра, бобра. Всем ладушек и всем покеда.